В ноябре 2017 года управление решением исполнительного комитета 434 назначено заказчиком проведения работ по строительству подпорной стенки с целью стабилизации ситуации на данной территории и укрепления склона. В этой связи был разработан проект, получены градостроительные условия в управлении архитектуры, разработан проект, проведена экспертиза, получено экспертное положительное заключение, и в рамках проведения этих мероприятий начатые работы по подготовке территории для проведения работ по строительству подпорной стенки. В этой связи подрядные организации на сегодняшний день установлены строительные домики для размещения персонала, переодевания, и начинаются работы по строительству подпорной стенки. Где именно эти работы? Какой отрезок они охватывают? Отрезок охватывает порядка 300 метров. Это участок, который принадлежит застройщику, и в этой связи он выполняет эти работы на своей территории в районе 13 станции возле бывшего концертной площадки. То есть все те строения, которые там, это технические строения, не капитальные? Это технические строения, не капитальные, которые после проведения работ будут убраны и территория будет освобождена. А подпорная стена нужна, чтобы не допускать размыва берега? Размыва участка территории дороги, которая идет, если вы знаете, от заезда и к 13 станции, к подъезду на 11 станцию. То есть это берегозащитное. Берегозащитное сооружение в рамках благоустройства. На какое время рассчитаны работы? Работы рассчитаны до конца года, до декабря 2019 года.